Ко мне приходит очень много обращений и пожеланий. И если говорить, что звучит в этих обращениях, пожеланиях, я хотел бы это сказать очень просто. Люди говорят, когда же вы смените этот режим? Когда вы добьетесь, чтобы эта власть ушла и было создано народное правительство? Когда же вы добьетесь успеха? Сколько мы можем это терпеть? Я по этому поводу хотел бы объяснить свою позицию. Сейчас я нахожусь в здании Европарламента. Да, безусловно, Европа нас будет поддерживать, и мы будем обращаться за поддержкой, чтобы нам помогли бороться против того произвола, который существует в Казахстане. Но я один ничего не смогу сделать. Все те, кто считает, что я один что-то изменю, это просто нереально, не должно быть никаких иллюзий. Сменить ситуацию, сменить режим в стране можем только мы все вместе, граждане Казахстана. Объединившись, нас должно быть десятки тысяч, сотни тысяч людей. Иначе Европе будет некому помогать. Поэтому, пользуясь случаем, я еще раз хочу обратиться к нашим гражданам. Будьте активными. Давайте вместе объединимся и сменим этот режим. И добьемся, чтобы у нас страна стала развиваться нормально, цивилизованно.